Как маленький кусочек скотча научит делать тебя грамотный макияж? Подпишись на меня, ведь я очень полезная. Одно из самых важных правил макияжа – тушевка не должна падать вниз и тянуть за собой глаз. Линия макияжа должна быть восходящей, но сделать это на глаз, особенно новичку, достаточно сложно. Берем скотч, подклеиваем его ровно по линии глаза. Если у тебя разные глаза, выбери красивый глаз и первым клей на него, а на второй глаз просто продублируй направление. Что мы делаем дальше? Мы берем зеркало, смотрим прямо перед собой, от кончиков ресниц опускаем линию на скотч и ставим карандашиком точечку в том месте, где заканчиваются наши реснички. Вот за эти точки в нанесении теней лучше не выходить. Беру тени, в которых есть идеально растушевочный цвет. Например, у меня это палетка Черная Москва от Russian Beauty Guru. Беру кисточку, маленький факел. Беру вот такой вот затемняющий оттеночек, прорисовываю уголок от скотча и до своей пометки. Немножечко захожу на складку века, чтобы поднять свое нависание. Идеальный шаблон для дневного макияжа готов.